друзья! Сегодня мы открываем интенсивный курс русского языка совместно с Министерством обороны Республики Армения для тех курсантов, которые поедут учиться в российские высшие военные учебные заведения. Программа курсов направлена на то, чтобы вы вот в течение этих двух недель могли активизировать ваши навыки и умения в области русского языка. Конечно же, вы изучали русский язык в школе, но вот эти две недели вы должны очень активно заниматься, чтобы вспомнить, может быть, и правила русской грамматики. Мы будем обращать особое внимание на трудные случаи русской грамматики, на активизацию устной и письменной речи. Вы будете читать и писать, и много-много говорить по-русски. Одна из тем будет посвящена российским высшим военным учебным заведениям. И вот в рамках этой темы мы охватываем все военные университеты, куда будут направлены курсы. Приступим к нашему занятию. У нас сегодня первый день занятия. Ну, какие обычно мистерии используют? Правильно, пожалуйста, встаньте. Я, ты, мы. Хорошо. Ты, вы, отлично. Чаще всего используют, конечно, местоимение ты или когда обращаются к... Если обращаются к старшим, то используют вы, а если к однокурснику или к ровеснику, обращаются на ты. Найти общий язык. Отлично. Общий язык, на котором они могут разговаривать вместе. Молодцы. Отлично, спасибо вам.